Уже в восьмой раз музей-заповедник Горки Ленинский принимает на своей территории музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». Неизменный организатор и идейный вдохновитель мероприятия – народный артист России Игорь Бутман. По его словам, Open Air с каждым годом становится все более масштабным. Москва рядом, огромное количество артистов, живет в Подмосковье. Надо дать им возможность выступать здесь, дома. И, конечно, вот это без поддержки и правительства Московской области, без поддержки Министерства культуры и лично губернатора, конечно бы, я думаю, мы бы сегодня так не радовались, как это делают наши гости, которые сюда приехали. Среди почетных гостей – министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Я благодарен вам за то, что вы любите джаз, любите музыку. Я желаю этому фестивалю успехов. А всем хорошего настроения. Событие – это не просто знаковое событие. Для округа это совершенно точно событие номер один культурной жизни. Я считаю, что оно знаковое для Московской области. Ну и Игорь Михайлович при неизменном качестве, высочайшем уровне происходящего, при том, что фестиваль ассоциируется у всех именно с его именем, именем Бутмана, но тем не менее каждый год он являет миру, являет Подмосковье, являет Ленинскому округу и горкам какую-либо мировую звезду. Кроме коллектива Игоря Бутмана, в течение двух дней на сцену поднимались артисты самого высокого уровня. Открыл фестиваль Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Контюкова. Впервые участником джазовых сезонов стал пианист-виртуоз Денис Мацуев. За выходные Горки Ленинский посетило около 12 тысяч человек. Для многих зрителей фестиваль стал неотъемлемой частью летнего культурного сезона. Музыка нравится сама, джаз. И здесь, да, на самом деле очень здорово, очень приятно. Под открытым небом такой фестиваль, достаточно камерный. Люблю исполнителей, которых приглашает Игорь. Мне нравится это мероприятие, нравится атмосфера, нравится природа. Вообще мне нравится это место, так что он привлекает меня всем. И картинка, и содержание. Помимо музыки, для посетителей была подготовлена развлекательная программа. Выставки, ярмарки, фудкорт. Каждый мог найти что-то по душе. Сегодня мы готовим традиционное испанское блюдо, основой которого является рис. Паэлья с морепродуктами. Здесь представлены мои творческие работы. Это декупаж и народная кукла. Вот все, что я делаю здесь, все пока сделано моими руками. Народная кукла очень теплая, душевная. Вот собираю прям здесь, на месте. Стоит отметить, что фестиваль проходил в год столетия джаза. И, судя по интересу зрителей, юбилей удался на славу. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.